Знаете, ребята, как-то раз не очень похожим осенним вечером я после длинного студийного дня ехал домой, в полной уже, если честно, прострации, давившись в сиденье такси, и решил проверить почту. И вдруг обнаружил там письмо, в котором была удивительная темка. Там были две строчки припева и места под куплеты. И это просто снесло мне башню. Я слушал и слушал эту группу всю дорогу домой, несмотря на то, что до этого я и так весь день провел в наушниках. И буквально через месяц у нас родилась эта песня. Мне она очень нравится, я хотел бы пригласить эту замечательную группу сюда, и мы сейчас рванем вместе. Это группа из Питера, Atlantida Project, друзья. Саша Соколова и Сергей Зязин. Песня называется «Иордан», если вдруг кто не в курсе. Она вошла в переиздание нашего альбома, и эта пластинка называется «Hard Tribute 3.0». Я знаю, как
Спасибо, ребята, огромное спасибо. Атлантида Проджект, ваши земляки, друзья.